Конечно. Сейчас Мидвич это докажет в очередной раз. Преследователь. Мидвичу всегда не длиннее. Аня. С преследователем. Да, Ярик. Я знаю. Но все равно почему-то у меня. Ну, точнее, рядом. Я думаю, она совсем не на ауре. Ну, она вроде на первом. Вроде. Была на первом. Сейчас хз. Сейчас будет на втором. Не волнуйтесь. Видела Катю катку Паши, как они смотрят, как Раперов делали. Это было забавно. Да, она у нас Стива. Тёма, конечно, наверху. Подставился. Ярик, второй? Да, второй. Да нет, она не второй. Нет? Нет. Но она на втором была, она поломала. Была очень близко была. Я думал, чё Стив меня зовёт такой, типа, давай чинить дальше. Поломала стеночки. Нет, я на втором, да, вижу, Игорь. Скинул палетку. Игорь, а ты где-то чинить начинал, да? На первом. Под лестницей. Ты какой первый? Я на втором. Чинить где начинал? Сейчас я на первом. Чё, мне... Очинил где? Блять, не знаю, подожди. Тихий шорох у нее. Слушайте, а на втором-то не хрень. В смысле? Да. Коромысли, Ярик. Чего там, привели на второй? Да я пускаюсь, тут Игорь на меня убегает. Ой, здравствуй. Блять, у него топоры кончились, чего я не скинул. Так, под палеткой прям. Чинил я что-то на первом этаже, блядь. А еще они вот. Я уже чиню его. А уж. Да, под лестницей. Нет топоры на ауру, вот что-то сказать. Ну на косая, Ярик. Она ни одним топором. Мрака. Ни одним топором не попала, она оба раза тонула так меня. Откуда ты знаешь, что у нее явление мрак? У меня уже нет искажения. Ну все, ты Игорь. А как подняться к Игорю? По лестнице. Придется по лестнице, да. Можешь, конечно, с третьего этажа спуститься. Уже, конечно, на реактив. А я не могу. Она у меня. Ну как у меня? Она в конце коридора. Кто-нибудь спасите Игоря. У нас тут есть проблемы. Я ранен и чиню прям под вами. Ип у меня, и Катя у меня, все у меня. И Аня у меня. Такая вообще просто, ты бы видел картину. Стив, ты дурак, секучка. Что ли? Стив, ты ебобо, что ли, совсем? Секучка у нее. Короче, картина Репина. Приплыли. Блин, успеешь. Они бегают со Стивом в конце коридора, там, где лестница. Я просто мимо пробегаю, дальше начинаю бежать, она такая, нет. Стив, чтобы вы понимали, с ключом. Он и к вам идет, ключ ищет. Чтобы вы понимали, у меня нет искажения вообще уже. Ясно, я увижу. Кто меня спасёл? Я не вижу. Я ищу лестницу. Я не понимаю, как у тебя раньше... Она не здесь. Да ёбаный в рот, блядь. Искажение, которое не восстанавливается. Так ты к ней подойди и восстановится. Не, говорю про раньше. У неё зов, походу. Хотя нет, у меня вроде эти не тратились. Где она? За Стивом. Каким Стивом? Стив висит уже. А, за Стив Игорем, который... А, Игорь прям под нами. Все хорошо.
Мы сойдем в следующую игру? Да, давай. Что? О, в смысле? Она на стенку сломала. И что? Блин, как... я думаю, как она поднялась? А как она там оказалась? А, это секретная эта хуйня? Да, секретная дверь, которая. Я что-то и не туда, блядь. Да, у неё зов. Вот это прикол, конечно, вот это весело. Я думаю, кстати, у нас только дырка, так что она подняться не может. Ладно, я прыгаю, короче, мне все равно. Хотя, кто-то бежит меня спасать. Кажется, Стив. Угу, и она за ним. Да. Так, а где эта херня? Промазала, серьезно? А где эта комната-то? За мной. За тобой? Да, зов, 100%. Секучка, это что? Я первый раз вижу эту комнату. Не знала про этот проход? Нет. Вот, будешь сама на поиграть, знай. Ни хера себе, вот это несправедливость. Муни, сейчас получше. Это я протормозил. Прикинь, сломать пока нижнюю дверь, а сразу хотят подняться, хотят там его в тупик. Почему ты думаешь, что у нее явление мрак? Не знаю. Просто она сейчас за стенкой брала топоры. Я тупо на нее чуть не выбежала, она даже не обратила внимания. Бля, там, возможно, перезарядка была. Я на нее выбежал. Кулдаун имеешь в виду? Да. Она Гену вернулась. Извините. Ваши сленги. Какие еще это сленги? КД. Ну это про этот подъем вы сейчас прикол мне рассказали, потому что я каждый раз думал, зачем эта стена? Типа нафига она нужна? Где она повесила? Внизу? Я считаю для него. Потому что она тоже возле него. Я себе больше скажу, тут походу еще и гены возле вас все. Так, я снимаю. Ну, один внизу на выходе во двор. Точно знаю. Блять! Извините, мать, женщина. Женщина, мать. Бегу, никого не трогаю, короче. Смотрю, стену выламливает передо мной. Я думала, она на первом шляется, она на втором что-то забыла. Не, ну я не знаю, что должно случиться, чтобы мы этот матч выиграли. Так, что мы имеем точно, скажите, пожалуйста. Ливнула. Точно. Ну только если она ливнет, да. Секучку, на аура, зов. Преследователь. Преследователь, точно. То, что я влетела прям в стену. А, ну это нормально, я. Так, подожди, у нее, по-моему, этот, Анрё секучка. Или вы про нее говорю? Я думал, ты за художницу. Давай здесь. Она шла за мной. Явление мрака под вопросом. Тихий шорох, точно, явления пока нет. Тихий шорох. Да какой же он тихий. Это тихий шорох. Будет ебанашка, песни поют. Ух, она стекло разбила, капец. Стекло? Да, до земля просто стекло было. О, лобовое. Это вот это? Я ломал стекло, как шоколад в руке. Тема один ударила, не ожидал. Тоже пожадничал. Угу. Я про преследователя забыл. Так, ну у нее топоры на ауре тоже. Чел, дочини мы, пожалуйста. Пожалуйста, дочини, пожалуйста. Игорь, это где? Во дворе. Рядом со мной. Угу. Давай, беги на него, Ген. Мимо этого Гена, только меня не находи. Давай, в темпе, в темпе, в темпе.
Пинают, Ген, не пинают? Да, наш сюда сейчас принёт. Блять, как? Вот как? Ай, секучка на ауры, ёб твою налево. Сама все прекрасно знаешь. Сама же беру эти перки, ёб твою налево. Короче, Ген вот там, где я легла, он такой, не горячий, не тёплый. Блин, она к вам идет. Кто там чинит рядом? Ярик. Она начала не идти. Она просто Ген пнулся. К тебе идёт, к тебе. Чего сюда прийти? Ярик, поживи, пожалуйста. Ну, знаю уже про этот перк, а. Еще сижу такая счастливая, что она меня не заметила. Ой, блин. Она не у меня. Она у нас, походу. Да. Так, ладно. Да, блядь, ну как? Как красиво поймал. Серьезно? Так, где Игорь? Я хочу его застопить. Я на втором. Фак. В комнате около лестницы. Не, не успеешь. Застопил. Ну ты не выживешь. Скорее всего. Он прям за тобой стартанул. Нет, она не за мной. Так, он открывает. А какие? Нет, она за мной вышла. Слабаки умирают. Блин, чел, ты можешь повернуться, а? Нормально выходит. Ярик, конструкция без окна. Да, вот ты правильно говоришь. Я же вижу, я же знаю. Просто не видел этой. Этого всего. Здравствуй. И прощай. Блин, ну так обидно. Да, не говори, особенно когда забыла про секучку. Явление было. Было? Знаешь, кулдаун был. На 30 секунд. Подожди, а с чем мы перепутали? Зова. Следователь. А, Зова. Ну да. Зова. Ну, значит, совпадало просто в эти моменты. Ну да.